В Москве сегодня дали старт очному этапу конкурса политологов. Это всероссийский проект, проводится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Направление 2 – политические эксперты и политические менеджеры. Участников уже оценили дистанционно, теперь полуфинал и финал. Имена победителей объявят в эту субботу. За основу организаторы взяли модель лидеров России. Популярность конкурса управленцев год от года растет. Соревнования политологов – такой же шанс показать себя. Вы видите, как приходят новые молодые команды губернаторов. Практически больше, чем в половине регионов появились новые молодые энергичные губернаторы. Появляются новые политические партии, растет представительство. Государственный совет приобрел новые функции, новые возможности. И на всех этих уровнях необходимы сегодня и эксперты, и аналитики, и консультанты. И выбирать, как показали предыдущие этапы конкурса, есть из кого. Заявки на участие подали более 8 тысяч человек. Сейчас борьбу продолжат около 300. Лучшие обретут наставников и получат возможность поучаствовать в специальной образовательной программе и пройти стажировку.